развивается, господа. Будем жить. Леня, Леонард, Леня, русский человек. Американец. Нет, он русский. Америка, все, она... Forever. Русские люди с Америки едут к нам. Forever, go to back. Конечно. И Канада. Семья из Канады приезжает. И с Литвы, и с Латвии, и с Украины. Откуда только нету, короче. Все собираемся здесь, потому что грядет время великое. И надо сплотиться очень сильно, чтобы выстоять на пути к совершенству. Что мы и пытаемся делать. Что мы уже сделали, в принципе. Ну, остается чуть-чуть, чтобы красоту рая на земле принять, как отец обещал нам всем. А вот это раз и, короче, свое. Вот тянет, манит. И вот этот камень в лесу, когда нашел. Смотри, у тебя там, ты посадил грибы, тон, да? 5, тон 6, 7. Ну, это селлери я посадил. А-а-а. Хочу так тепличку в зиму сделать такую. Здесь сток сена туда раз, я, чтобы на весну она была как бы готова. Этот камень начал открывать, спиливать, такой... спиливать. Он растет, растет такой на глазах. Все вокруг него грядочка формируется сразу. Там такой... вал уже, там хольцеровская уже грядочка сама уже готова. Только делает. Потом раз там бугор. Тот бугор начал разрабатывать. А здесь глина, да? Глина, песок есть, все, вот именно эта поляночка, что она привлекла меня. Ягоды, грибы на поляне есть, глина, песок есть, камень есть, вообще все здесь есть. Вот там вот вообще валуны такие вот, как-то я сейчас думаю, как бы для фундамента подтянуть, прям вот туда подтянуть, там штук 6 вот таких валунов поставить, и потом с них уже дальше уже проектировать какую-нибудь такую соту, ага, саманную. Саман, да? Саман, желательно живая крыша. Так, в смысле живая, это чтобы глина. Глина, а, глина. Росло, там цветочки на крыше, там уже. А, я понял. Ну как? Клумба. Норвежский вариант, трава на крыше, правильно? Да. Живая, как бы. Ну, не знаю, чей это вариант, но просто живая крыша, как бы, вот, все такое, чтобы вот именно вот, вот это мне хочется. Не хочется никаких там коттеджей всяких этих бетонных. Фундамент, естественно. Да, все вот хочется. И вот, вот на этой поляне тут все есть. И стройматериал, и дорога, как бы пройди только этим бульдозером, проторь там. Там и все. Тут дрова, тут и сараи в лесу. Ну тут, конечно, и помойки, короче, тоже вывозил, собирал все много там, еще там. Ну, надо поработать, почистить, надо прижить. Мало времени просто. Вот, каждый день живешь и хочется. Хочется каждую секунду больше сделать. А время летит. Спать жалко время. Выйдешь ночью. Так, вау. Этот круг, вот эта поляна вся. Здесь 2 гектара, там 4. И она вообще вся такая красивая, когда ночью. И все звезды. Вот, живешь, заряжаешься, отдаешь, получаешь. Гамачок, книжку себе почитал, отдохнул чуть-чуть, ночью на звезды посмотрел. Ну такое вообще вот настоящий отдых, которого нет, достоин. Которого нет вот там. Да. Ну, это мы все сами делаем. Что можем, хотим, делаем. Вот так вот. Хорошо, что зашли. А когда ты открыт, там одно зацепил, второе, третье. Сюда приходишь, только подышал, посмотрел, так вот, так слился и оп, опять все ровно. Так что живите, люди, на земле. Мой вам совет. Правильный, красивый. Оно все дает. Такая жизнь. Леха знает. Ну никому не скажет. Я всем говорю, приезжайте на землю, господа. Весь мир приглашаем уже давно. А то тут красивее чуть раньше было. А тут ночью вышел, тоже не сплю, смотри. Под звездом полежал, посмотрел, не спится. Давай, раз новый проект, короче. Все старое разобрал, новый. Полунов самых огромных. Всю эту кучу камней машину раскидал. Самых выбрал больших. Списал все в цепочечку, все жестко. И раз форма такая получилась. Вот сюда, отсюда посмотри. Форма такая инопланетная, такая мордочка. Отсюда раз откроешь, уголек потянул,
пепел. Здесь что-то подогреть, как бы уже первый левел, нулевой левел печки, это уровень, нулевой уровень печки. Что-то подогреть поставил, тут уже пепел выглядит. И потом пойдет она. Сейчас деревянный макет сделаю. Вот первый раз в жизни хочу свою печку сделать. Потом здесь дом поставишь, да? Ну, сначала просто беседочку. А, беседка. Беседочку, да? Это просто для беседочки, для летней. Беседочку такую поставлю тоже хочу, кругленькую, шестигранную, что-нибудь такое. Чтобы тут столики, стульчики было. И она что будет, такое? Оно будет все из камня. Вот мне нравится камень здесь местный. Я вот просто хочу что-то из камня сделать. Хочу без цемента, а и буду пробовать как бы форму. Ну, потому что не знаю, опыта нет. А интуитивно, короче, вот как и конец, результат, вижу картинку. И надо к ней как-то прийти. Ну так, чтобы не один раз, а потом испортить, а без цемента выложить, а потом уже изнутри глиной. Uh-huh. Глиной раз, чтобы можно было разобрать любое время. И в то же время, если все хорошо получится, оставить, ну, с глиной, без цемента, чтобы внутри. Вот и состав глины здесь подобрать, вот такая глина вообще. Вот мне хочется азиатский такой вариант, там, чтобы вот для лепешечек, там, для... Самсы делают, таджикский вариант хороший, вот в Таджикистане я был прям на такие печечки, но это все надо пробовать, искать. Но мне вот камень, я камень люблю, мне нравится камень, я хочу из камня сделать, чтобы она была и грела в то же время, потому что осень, весна и на открытом пространстве, и костер, и в то же время, чтобы она и согревала компанию, когда будут в беседке сидеть люди, тут столики вокруг, все такое будет, скамеечки, поэтому, и чтобы жар хорошо мог, это вечерние такие, там костерчик, там супчик, что-то из грибочков, как обычно здесь я уже начал практиковать вместо сыроедения, пока то, что есть, готовишь, что-то, жалко костер, столько пепла, хочется в него что-то еще использовать, этот жар, раз картошечку в фольгу завернул, положил, раз гости подъехали и гостить, все такое, общение, все красиво. Деревцов вот посадил тут по кругу, уже все названы именами моих самых близких людей. Вот там Люба, мама, папа, там идет дальше Максим, там вот Марина, вот Илюха. И потом уходит вот туда сад, там уже другие. Сейчас еще Антоновку, одну яблоко куплю. Антон у меня еще сын. Угу. Вот вчера поехал в Осинский, этот опоздал чуть-чуть. Думал, может, Антоновка у кого-то будет. Есть. Мы сегодня покупали. Это я все с Себежа привез. Там много, да, что есть. Я тоже сегодня был. Но вот Антоновку именно надо, чтобы да, уже по именам. И Антон, младший сын, и чтобы еще яблоко есть Антоновку. Вообще круто, что было. Как бы это будет уже работать, они тоже уже будут чувствовать. И... Я думаю, что таким методом я их сюда позову. Потому что как бы это не очень простая тема для меня. Ну так вкратце, то, что я смог сделать за полтора месяца здесь. Там проектик. А потом все оно взаимосвязываться начинает. Один задумаешь, он не идет. Пока другой не пойдет. А потом смотришь, думаешь, вау, вот почему он не шел. Оказывается, надо это было другой последовательности, оно просится. И так все получается красиво. Все, все нравится, кроме вот этого столба с проводами. А так картинка. Не по фэншую, да? Да не то, что по фэншую, не. Вообще не хочу электричество, как бы, а оно тут еще рядом проходит. Прям в открытом месте сам. Такие трели раздаются. Птичками перечирикиваются, начиная уже, а в ветрях поставишь, что с ним будет. А вот... Тогда солнечные батареи, да? Потом, как бы. Сначала надо все, чтобы справляться вообще без всякой техники. Вот. То, что есть, то есть, как бы. То, что вот полянка даст, огонь. Даже планировал, даже вообще без спичек, думаю, что будет. Но тут как бы цивилизация присутствует в полный рост. Спички, зажигалки, как бы, и... сразу же не сделаешь, все постепенно. Да. Сразу же можно как бы одичать вообще, но я даже месяц вообще не слушал радио, даже часы, время, ничего не было, ни телефона, ни интернета, ничего. А потом что-то так затасковал, раз, радио включил, через месяц после того, как только я вот здесь поселился, я только радио включил первый раз.
А там вообще одна волна это ловит дорожное радио. Там все такие напевы, грустные расставания, встречи, дорожные все эти дела. А... Язык просто очень люблю. Он сам работает, ложится и сам свою работу делает, а не хочется переваривать еще, тратить энергию. Ну вот мы побывали на поляне Леонардо. Не говори таких слов. Леня, американских Леонардо. Ну, Леонардо это американский. Да это не американский. Леня. Леня. Я сюда представился, приехал Леня. Так давно хочу, чтобы меня звали Леня. Там Лио, по-английски Лио. Леня, Леня. Просто Леня. Все, поехали мы теперь на свою маленькую родину. У нас много дел еще впереди. Все это лишнее уберу, сосночки останутся. И будет в центре везде будет хвойный лесок. А здесь будет лиственный. Ну так оно, когда все ухожено, будет зеленая травка, сосночки, там, тропиночки, вообще все супер. Так, ну такое просто чувство живое просто вот это все пространство, что аж хочется все быстро, но как бы общая картинка есть в голове, но для этого, конечно, время очень надо. Да? Спрятанные такие красавицы стоят. Сейчас вот крыша падет, будет видно. А это вот... стоял просто. Заросший какой-то. Я вот наверху посадил яблоньку. Это тебя по Хольснову, да? Нет. Или просто так, вдохновение пришло у тебя, да? Да, такой процесс интуитивно-творческий. Ничего не делал. Вот начал, вот яблоньку посадил, потом раз, разровнял место. Потом смотрю, раз, другое. И оно пошло, раз камень открылся, раз второй открылся, и ступеньки пошли. Ну, сейчас сиреньки посадил там, бульданеш, уже такое будет, уже весна будет, запах. Цветочки, тут облепиха уже, там уже как бы пруд напрашивается, облепиха, сырость, и там вот это выкорчевало все, водичка уже будет собираться, отсюда стекать. И тут земля, вот пенечки, береза такая, говорят, местные стояла, она уже тут подгнила, и земелька уже хорошая. Вот чесночка в зиму засадил уже сюда, 300 зубочков, сейчас лука зимнего взял тоже 300. Так понавтыкаю, оно уже к весне уже что-то будет. Благодарю за экскурсию. Да. Нам надо уже дальше двигаться. Поэтому так вот, все очень, мне здесь очень нравится.